Ну, я начал тренировать где-то в 95-м году. Я решил свою жизнь посвятить тренерской деятельности. Хочется ответить ничем, но будет честным сказать, ничем не жертвуя, ничего не получаешь. В определенный момент, в определенное время. Была проблема контроля над спортсменами. Зародилась идея построить базу спортивную, именно пауэрлифтинга. Для меня мало удивить мир спорта количеством медалей и рекордами. Я считаю, сколько бы ты ни поднял, ты всегда будешь желать поднять больше. Любой спортсмен, он рано или поздно становится, так сказать, на жизненный путь. И главное направить правильно. Хочу пожать минимум действующий рекорд мира. Можно составить целый список жертв и ограничений, но для меня самое сложное – это время, проведенное вдали от любимого мужа и сыновей. База функционирует круглогодично. Помогать людям устанавливать цели, достигать их. Победы и медали не будут иметь ценности, если для их достижения не нужно прилагать усилий. Соревновательный дух, соперничество. Все остальное несущественно. Желание не прекращается. Поэтому ставлю перед собой цель. Первый сбор провел в 99-м году. Поднять в сумме троеборья взрослый рекорд. Были такие примеры тренеров, которые помогли достичь определенной цели в моей жизни. Долговременный путь, которому мы всю жизнь учимся.